Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Реальные доходы кировчан продолжают сокращаться. Они снизились в первом квартале этого года по сравнению с началом 2016 на 1%. Об этом сообщает Кировстат. Номинально же доходы выросли на 3%. В расчете на душу населения они составили 19,5 тысяч рублей в месяц. Расходы кировчан больше на 2 тысячи. И рост здесь 3%. Потребительские расходы жителей области сократились на 1% и составили 15 тысяч в месяц. Но успевают граждане откладывать деньги в Вклады в банках выросли на 3%, как и вложения в валюту. Программа «Экономика». В Ветскополянском парке начнут выпускать посуду. Там появился новый резидент. Компания «Посуда Люкс» реализует проект производства посуды торговой марки «Мечта». Уже создано более 60 рабочих мест. Также среди резидентов значится компания «Посуда Нур». Оба производителя зашли из промпарка «Кукмур». Это в Татарстане. Также ключевыми резидентами Вятскополянского промпарка остаются маркетинг-бюро, это производство металлоконструкций, и компания «Высота 43», она выпускает лифтовое оборудование. По данным портала BNKirov.ru, на данный момент в Вятских Полянах не заполнены только 1,5 корпуса, на один уже есть инвестор. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Бывают ситуации, когда в работу бухгалтерии требуется серьезное вмешательство. Например, если бухучет в компании ведется не в том объеме, который нужен собственнику или руководителю, если была утеряна информационная база с бухгалтерскими данными, если бухучет не велся вообще или бухгалтер оказался недостаточно профессиональным. В таких случаях необходимо восстановление учета, который проведут компетентные специалисты. Руководитель фирмы «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук рассказала, как проходит эта процедура. На первом этапе мы подробно изучаем все имеющиеся бухгалтерские налоговые документы. На втором этапе разрабатываем программу действий по восстановлению учета, определяем временные затраты, рассчитываем стоимость всего комплекса услуг. На третьем этапе корректируются погрешности в заполнении документации, проводится инвентаризация первичной документации, которая сохранилась. Также восстанавливаются утерянные данные. После получения необходимой информации ее используют для составления и подачи отчетности в органы налогового контроля. И на четвертом этапе уже оцениваются результаты. Заказчик принимает выполненную работу. По словам Татьяны Максимчук, в первую очередь устраняются недочеты и ошибки, которые могли бы повлечь блокировку счетов, списание средств и проблемы с налоговой. Бухгалтерия без ошибок сегодня – залог стабильности вашей компании в будущем. Звоните 46 42 81. Фирма «Бухгалтер и я». Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56,69, официальный евро 63 рубля 41 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.